Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Давненько я вам видосики не показывал о классике, хорошей классике, спортивной классике. Причем, видите, какое сочетание интересное? Спортивная классика, да еще бесплатно целую неделю, начиная уже с этого дня. Правда, 5 дней осталось, 2 дня уже бесплатно было. Вот так на данном циферблате выглядит режим AOT или экран всегда включен. Ну а вот так данный циферблат выглядит воочию. Он прям реально, хоть и действительно аналоговый, но очень футуристично выглядит. Действительно прикольно. Смотрим, значит, у нас дата. День недели у нас, как вы видите, в полном формате. Дальше идет виджет погоды, но можно любой воткнуть. Здесь два ярлыка приложения. И здесь у нас также есть ярлычки. И снизу тоже. Картинка действительно высочайшего класса. Посмотрите, как сделано клево. Ну, дальше у нас идут обозначения. Здесь, значит, показывает сердцебиение. С этой стороны у нас заряд батареечки. Дальше, сколько я прошел в километрах. Ну, а здесь шаги. Сегодня, кстати, норму-то я и перевыполнил. Молодца. Далее, дорогие друзья, естественно, все кликабельно. Здесь у нас кликабельно. Далее у нас сердцебиение, пульс, пожалуйста, кликабельно. С этой стороны я поставил недавние приложения запущенные. Достаточно хороший ярлычок, вам советую его тоже ставить. Дальше здесь у нас показывает пульс в реальном времени. Что у нас еще здесь? Ярлычок вызова, значит, тоже есть. Ну, теперь давайте пройдемся по настройкам, посмотрим, что же у нас такого великолепного в настройках есть данного цифера. Первая настройка – это цвета. Как видите, здесь есть они все гарнир такие, да? Ну, двойной цвет получается. И можете выбрать по вашему желанию. Здесь, короче, кучная всяких разных. Вот так он будет в оригинале, когда вы его скачаете. Следующая область у нас, значит, стрелочки. Цвет стрелок пошел. Цветов стрелок немного. Вот один, второй. Еще один. И последний вот такой. Следующее, что у нас здесь, значит, а здесь у нас секундная стрелочка, также есть выбор, как вы видите, разных цветов. Вот, кстати, вот это желтенькое, это прикольно смотрит. Дальше здесь, а вот минимал выставляется, так максимал, а вот так минимал. Посмотрим, как будет выглядеть. Самое, что есть минимал, прям реально, просто время, часы и минуты. Ну и здесь, как вы видите, один виджет и два ярлычка можно добавить. По итогу, дорогие друзья, получаем вот такой циферблат. Мне кажется, достаточно шикарная работа, поэтому, ну, 5 звезд как минимум данный разработчик заслужил. Естественно, комментарий свой оставьте, когда будете качать данное приложение. Не ленитесь это делать, как бы, ну, и не жмочьтесь. Помогите разработчику выйти вашими, так скажем, комментариями в топ. Это очень важно. Ну а вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал. Видосы делитесь. Комментарии пишите. Спасибо за все. Пока.